На канале «Спортивный дед» Наталья Трухина-Кузнецова. Знакомьтесь. Ну, те, кто не знает. Как тебя представить? Ты самая сильная девушка, самая... Ну, просто рекордсменка мира, Европы, России по жимолёжа и становой тяге. И Биби Про по бодибилдингу. Наташа, как тебе наш город Красноярск? На самом деле, посмотреть толком еще не получилось. Вчера видели на выставке, а приехали мы за день до выставки, поздно вечером. То есть только успели пройтись по торговому центру нашему, по ужинке территории, ну и посмотреть смотровую площадку и музей. Смотровую площадку, это которая в Дивногорске? Ну, которая ближайшая здесь, рядом с академией. Все, понял. Да. Вид красивый. Ты же ведь родом откуда-то из Забайкалья. С Читы, рядышком. Я сам с Бурятии, так мы я прям на Байкале. А откуда, во сколько лет у них? 18. Довольно долго жила. Но ты уехала Филиппу. Чисто по спорту? Ну или нет, почему? Я поступила родители? В институт там, в Москве. И родители сами тоже переехали. Понятно. Получается, у тебя до бодибилдинга какой вид спорта был, ну, изначально? Не, вообще изначально я ничем не занимался. Занималась бальными танцами в 7 лет. Ну, до 9, наверное. А потом просто дома там пресс качал, там отжималась немножко. А в 14 лет я пошла в спортзал, но не именно бодибилдингом заняться, а так. Немножко подкачаться, так скажем, потому что была такая худенькая очень девочка. Ну, через полгода занятий примерно поняла, что у меня это хорошо получается. Мне предложили выступить на первом чемпионате по бодибилдингу, который проходил в Забайкалье. Вот, и, по-моему, там заняла призовое место среди взрослых уже 14 лет. Поняла, что, наверное, это мое. И решила продолжать. Это получается через какое время? Через полгода. Уже сразу через полгода? Да. Ничего себе. Да, получается, сейчас ты сколько лет уже вот в этом спорте? Так, ну, получается, 13. 13, да. И свою первую абсолютку по билдингу я выиграла в 15. Ну, там же сейчас вроде как вроде возрождают женский, да, бодибилдинг, как соревновательный или что-то. Ну, вообще очень много соревнований, да. У меня сейчас это за рубежом, да? Ну, и в России, по-моему, что-то пробуют. Но я сейчас выступаю, да, за рубежом. У меня контракт с американцами, это основные промоутеры женского бодибилдинга. А у тебя контракт есть? Профессиональный, да? Да. Поэтому я буду участвовать в выставке FIBA в апреле, и потом осенью на Про-турнире. Какое-то спортивное питание? Нет, это именно федерация. А, федерация? Гофстрендж, да. Это профессиональная федерация. Ну, пока в России не будешь выступать, да? Ну, в России, на самом деле, уже... Все уже выиграно. Да, уже. Интересно. А по что-то у тебя было по троеборью, по лифтингу? По пауэрлифтингу, да, я выступала раньше, выиграла чемпионат мира, установила там много рекордов. Но пока, наверное, недостаточно. Пока больше по бодибилдингу. Такие вопросы обывательские, да? Сколько Наталья Трухина ест? Много, мало? На самом деле на глазок кушает. Ну, как бы занимался уже этим очень много. Как бы смотрю, что надо что добавить, что убавить, да, как-то уже смысл получается. Но обычно это 2 грамма белка на килограмм веса, около 200 грамм белка в день. А по углеводам особенно не смотрю, на самом деле. Только в обычной жизни. Да, в обычной жизни я буду много поесть. Ну, все, что хочешь, там, магадак, и пиццу, там, мороженое. Ну, на подготовке понятно, что по-другому. Подготовка, кстати, другая. Однозначно меня спросят, почему не спросил, какие у тебя самые там жим-лежа, присед и становая тяга, ну, обычно. Ну, я скажу, там, максимум. Да, да, максимально. Да. Ну, присед это был 280 килограмм, без отекла. Жим 175 максимально, сзади был. И становая 240. Да. Это без отекла все, потому что отекла. И вес твой на данный момент сейчас? Ну, где-то 95. Максимум было 100. 100 до 100? Да. Да. Ну, не жирно. А рост? 170. 170?
Ладно, тогда это уже для тех, для пацанов, которые 47. Сколько объем бицепса? Максимум был 48. Ну, очень мало, очень редко делаю замеры, на самом деле. Так, по зеркалу смотрю. Да. Спасибо.